друзья, закончился наш завтрак. К сожалению, кофе здесь холодный. Да? Вот. Познакомились с человеком из Пакистана. What is your name? Yes, sorry. What is your name? Тахир. Абзор. Тахир. Да. Познакомились с Тагиром, который учится в Норвегии и говорит, что в Норвегии лучше, чем в Румынии, да? Или как? Ну, не знаю, говорит, что хорошая ситуация. Норвегия, экономически развитая страна, конечно. Но, несмотря на это, кофе холодный абсолютно. Ну, да, посмотри, вообще, это что такое? Это как так можно? Колд. Кофе холодный, одни хлопушки утром, да, или как детишкам, и все, да? This is sort of two in one. I mean, the coffee, warm drink and the cold drink. Типа кофе, их ты хочешь, это же горячий напиток, а нет, бывает холодный напиток, поэтому тебе как бы холодный кофе, это как напиток. Ну да, только если бы он еще был бы холодным, а то он такой. You can taste two things in one cup. И получил две вещи в одной. Ну да. Друзья, если сегодня из Бухареста мы не выйдем, то знаете, что это виноват кофе. Cheers. Нет, не могу я это пить. Все, пойдем. Hello. Да. О. Good luck, Тагир. Вот такой вот отельчик у нас. Сегодня мы его покидаем, потому что мне здесь лично не нравится. Единственное, что здесь хорошо, это интернет. Опять этот дождь идет. Уже невозможно этот дождь. И человек, который здесь работает, то есть он все, что может, он сделать по своим возможностям. Он делает. Но, к сожалению, сделать он может немного, потому что от него не зависит. Вот он интернет сюда провел. Я не знаю, насколько в других этажах интернет работает, но лично у нас интернет благодаря этому работает очень хорошо. Это единственный плюс, который я реально могу... Так, включи у меня. Который реально можно назвать плюсом. Все остальное это так себе. Ни туда, ни сюда. Но, вот. Также вот эта вот горячая вода идет как она хочет. Может вообще не идти, может начать идти через минут 10-15. Может очень редко, конечно, и сразу пойти. Но это очень редко. Такие вот дела. Что, друзья, пока все. Ну еще, естественно, шкафы, которые разваливаются. И вот этот диван, который тоже разваливается. Вот и на таких картонках он лежит, смотрите. Вот. Ну, теперь точно все. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся дальше в солнечную Калифорнию. Находимся в Бухаресте, в отеле «Византин».